For you! Это центр пивоварения гномов. Вокруг пенистого напитка построена вся экономика их На ковровую дорожку и экскурсию можно не рассчитывать. Пивоварня уходит в толщу горы. Должно быть крепость Голда с другой стороны. Пахнет пивом! Гномы живут только в норах под землей, чтобы дождь не попадал в пик. Судя по трубам, не нравится? Господин, это спица. Видно от того колеса, что мы видели у входа. На нижние ярусы, где стоят пивные чаши. Мерзкие пьянчуги. Нет, чтобы заниматься ремонтом. Небось, пиво лакают. Гениально, хозяин! Заклятие щита!
бою! Убежище, уголок тишины и покоя. Враги особо не пострадают, но у вас будет минутка на обдумывание адских планов. Yeah.
Сердце пивоварни, господин. Если не желаете, чтобы гномы отведали пиво с адским ароматом, советую быть осторожным. Верните его в башню, и ваша свита получит постоянную поддержку. Они станут
настоящим ночным кошмаром. Ведь постель укладывает. Прибыла во владение Юлии, повелитель. Ваши прихвостни выбрались и сейчас ищут подходящие врата башни. Последний из женщин-эльфов. Я слышал, как они рыдают, взывая ко мне о помощи. Без них наш древний народ обречен. Вы отправитесь в логово погубителя ночного леса?
Там лежат несметные сокровища, но вам придется сразить их хозяина и его зверя. Говорят, зверя зовут Катышек. Убийство и сокровища! Это просто праздник какой-то, владыка. For you! Господин! Это шахта, в которой добывают вечний. Мы даже плавильню спрятать не успели. Нужно найти плавильню, повелитель. Тогда мы сможем изготовить для вас отличный доспех. Покорность превращает врагов в кротких ягнят,
и дает вам возможность безнаказанно порубать их капусту. Твою! Или пламени, повелитель. Наверное, Голда послал их разогнать слизней. И мы подберем вам что-нибудь подходящее. Хозяин, просто так до этой плавильни не доберешься. Придется поискать дорогу.
Господин, это рычаги управления нижними печами. Как назло, под рукой нет ни одной тележки с солью. For you.
заполучили плавильню, повелитель. Куйте железо, пока горячо.